Привлечь туристов с такой целью одно из интернет-сообществ Саратова проводит в городе необычные фотосессии. Героини – девушки в романтичных образах с велосипедами – позируют на фоне памятников саратовской архитектуры. Лучшие снимки попадут в специальный буклет, в котором наряду с описанием исторического места будет размещена информация об архитекторе, а также о модели и фотографе. Буклеты в разных городах будут распространять общественные организации, которые занимаются развитием велокультуры и велоинфраструктуры в городах России. В заключение фотосъемки мы делаем общий буклет, который мы будем рассылать по другим регионам, ну и по Саратову тоже. И вторая цель, как бы эти буклеты будут служить для того, чтобы привлечь туристов в наш регион. Мы как бы хотим показать нашу культуру, ну, то есть в том как бы ключе, как она есть в Европе. То есть исторические здания, красивые велосипеды, девушки в романтичных образах.